один из интереснейших гостей телеканала и программы «Ответный ход» Артем Аветисян. Здравствуйте, Артем. С Новым годом, Ангелина. Я вас поздравляю. Артем, расскажите, вот завершился 2011 год. Чем он для вас ознаменован и какие интереснейшие события он вам подарил? Ну, для меня самым главным событием этого года, прошедшего, было создание агентства стратегических инициатив. Это день рождения. То есть 2011 год был днем рождения агентства. Поздравляю. То теперь у бизнесменов есть возможность с помощью агентства донести свои проблемы, свои барьеры, с которыми они сталкиваются каждый день, до председателя правительства Владимира Владимировича Путина. Скажите, а какие еще задачи у агентства стратегических инициатив? Агентство стратегических инициатив было создано по инициативе председателя правительства Владимира Владимировича Путина. И основной задачей является налаживание коммуникаций между бизнесом и властью. Между бизнесом и региональными властями, между бизнесом и федеральными властями. И второе – это снятие тех барьеров и преград, которые стоят у бизнесменов на пути по реализации их проектов. И те проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день. Насколько мне известно, агентство стратегических инициатив уделяет большое внимание образованию. Вы вступили в попечительский совет Государственного Ульяновского педагогического университета. Это правда. Куда же без образования? Бизнесу нужны профессиональные кадры. Это очень важно. Мы подписывали соглашение в середине ноября с Ульяновской областью, между агентством стратегических инициатив и Ульяновской областью. И губернатор Сергей Иванович Морозов, и ректор педагогического университета Ульяновского Бакаев Анатолий Александрович пригласили меня в попечительский совет. Я с большим удовольствием принял это приглашение и считаю, что если у нас в образовании в стране выйдет на новый уровень, то и бизнесу будет значительно легче оттуда черпать кадры. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы встретить 2012 год. И я хотела бы, чтобы вы поздравили наших уважаемых телезрителей. Уважаемые телезрители, поздравляю вас с наступившим 2012 годом. Я хочу пожелать вам очень хорошего настроения в этом новом году и исполнения тех желаний, которые вы в сегодняшнюю ночь загадаете.